Общественный совет, который мы сегодня собрали в первый раз, это консультативный орган по подготовке и проведению мероприятий этой важнейшей культурной акции, которая проводится в следующем году в соответствии с указом президента Российской Федерации о проведении года театра. В преамбуле этого указа президента указано, что год театра проводится в целях развития театрального искусства в Российской Федерации. И этот документ, итог майской встречи председателя Союза театральных деятелей Российской Федерации Александра Александровича Калягина с главой государства. И в связи с этим Союз театральных деятелей сформировал большую рабочую группу, в которую вхожу в том числе и я. И мы, театральное сообщество, намерены, конечно же, провести в следующем году большой настоящий театральный праздник. Так вот, год театра в соответствии с задумкой Союза театральных деятелей должен осуществить в театральном деле необходимые изменения, способствовать его развитию, вовлечь в сферу театра новых зрителей, заложить перспективы для комплексного совершенствования театральной инфраструктуры и создать реально действующий механизм мониторинга театральной жизни в России. Основные мероприятия года театра должны быть устремлены в регионы. Конечно же, город Сочи, который является курортом федерального значения, и зрительские аудитории здесь со всех концов страны. Мы знаем, что туристический поток в Сочи составляет порядка 8 миллионов ежегодно, и это люди и жители не только Москвы, Санкт-Петербурга и театральных городов, но и люди отдаленных регионов нашей страны, которые по месту своего постоянного проживания не имеют возможности постоянного приобщения театральному искусству. И вот мы сформировали такой план мероприятий, всего 45 позиций в нем. Но опять-таки эта структура живая, мы будем рады новым инициативам, новым проектам, которые с радостью мы включим в план мероприятий. Конечно же, на сцене Зимнего театра продолжатся гастроли ведущих профессиональных театров и творческих коллективов. Уже сейчас ведутся активные переговоры о проведении в Сочи в следующем году совместных творческих проектов с Московским театром СТА под управлением Александра Калягина, Московским губернским театром под руководством Сергея Безрукова, Санкт-Петербургским музыкальным театром «Зазеркалье», Мариинским государственным театром оперы и балета, который приедет в Сочи уже во второй раз, и другими известными театральными коллективами. Год театра мы планируем открыть 13 января, в Старый Новый год. Конечно же, впереди нас ждут профессиональные театральные праздники. Самый главный театральный праздник – это Международный день театра, который отмечается по всему миру 27 марта. И мы планируем затеять большой официальный прием от имени главы города Сочи. Для этого мы и сформировали в Сочи наш общественный совет, в который вошли состав у вас в раздаточном материале видные деятели театрального искусства, представители творческой и научной интеллигенции курорта, руководители учреждения культуры, без привлечения лидеры мнений. Поэтому мы обращаемся к вам с просьбой, безусловно, активно пропагандировать идеи года театра в своих сообществах. Очень просим вас принять активное участие в плане мероприятий. Все наши основные события, конечно же, проходят не только при содействии Союза театральных деятелей Российской Федерации, не только под патронатом администрации города Сочи, в поддержку хартии «Я люблю Сочи», но и в рамках реализации проекта «Культура Мары Родины». Если позволите, я сейчас слово передам для приветствия Вере Николаевне Пашковой, руководителю исполнительного комитета сочинского местного отделения партии «Единая Россия». Безусловно, очень яркие, интересные мероприятия в рамках года театра, но хочу отметить, что наши руководители, они, по-моему, каждый год для Сочи делают годом театра. Да? В последнее время это действительно замечательные проекты, которые привлекают к себе огромное количество людей, и в том числе, что очень важно для нас, это социальные проекты, для наших активистов, для наших людей из социально каких-то проблемных семей, кому трудно приобрести билеты, они на все спектакли имеют возможность получить
билеты и посмотреть самые интересные, самые замечательные новинки, которые привозят сюда. И поэтому большое спасибо руководству нашего замечательного театра, ну и всем людям, которые здесь собрались, потому что я знаю точно, что вы все к этому напрямую причастны. Поэтому хочу всем нам пожелать удачи, хочу всем нам пожелать претворения этого плана в жизнь, потому что, на мой взгляд, если это произойдет, и это произойдет обязательно, в этом даже не сомневаюсь, мы опять будем впереди планеты всей.